На днях трагически оборвалась жизнь полуторагодовалой девочки. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Чебоксары, малышка выпала из окна высотного дома, облокотившись на москитную сетку открытого окна. От полученных травм, несовместимых с жизнью, она скончалась на месте. По данному факту следственные органы проводят проверку. Во время происшествия малышка осталась без присмотра взрослых. В комнате была еще трехлетняя дочь, а родители находились на кухне. Неосторожность родителей привела к трагедии. Последствия таких случаев самые трагические. Это либо смерть детей, либо тяжелые травмы. Поэтому просьба к родителям и к лицам, на чьем попечении находятся малолетние, быть максимально внимательными при проветривании помещений, не оставлять детей одних. Опасно ставить предметы мебели, по которым дети могут залезать на подоконники, близко к окнам. Не кладите яркие игрушки и сувениры на окно, чтобы ребенок не полез за ними. Не приучайте детей сидеть на окне. Это касается и домашних животных. Открытые окна часто становятся причинами их гибели. Кроме того, зачастую предотвратить эти трагические случаи могли бы специальные блокирующие устройства, стоимость которых совершенно несоизмерима с жизнью ребенка.